Друзья, у нас наконец-то поступили новинки для серии светильников ИТЭР, для вертикальных светильников. Это новые угловые элементы, про которые я вам уже рассказывал. Смотрите, появился плюсик и появилось Т-образное соединение. Все представлено, как обычно, в двух цветах, черном и белом, классическом исполнении. Давайте напомню вам немножко, что за серия ИТЭР. Это серия светильников, которые идут модульные, длина 1,20 м. Они подвешиваются на тросовом исполнении, длина шнура 1,5 м. Подвод электричества у нас происходит в одном месте. Дальше все светильники получают питание друг от дружки, независимо сколько их идет в линии. Свечение происходит белым нейтральным светом 4000 кельвинов. Свет идет и вверх, и вниз. Если у вас глянцевый потолок, также вы получите дополнительное отражение света от верхней части светильника. Вот такие классные светильники с новыми угловыми соединениями. Я думаю, теперь вы сможете создавать дома, либо в интерьерах, в конференц-залах. Вообще очень крутые индивидуальные формы, дизайны светового потока, такого, какого именно хотите вы получить.